Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей международной группы компании Skyway. Как мы и обещали, держим вас в курсе всех новостей жизни нашей организации. Каждый элемент экотехнопарка, вам это известно уже не хуже нас, является уникальным, никогда ранее не производившимся, поэтому такое пристальное внимание уделяется качеству каждого готового изделия. Сегодня мы вместе с вами снова посетим арматурно-формовочные цеха завода «Белэнергострой Индустрии», где изготавливаются многие элементы экотехнопарка. На сей раз новости будут несколько необычные, но обо всем по порядку. Сегодня в рамках авторского надзора завод «Белэнергострой Индустрии» посетил Ярослав Валерьевич Макасевич, начальник конструкторского бюро железобетонных изделий, подразделения, ответственного за проектно-конструкторскую работу. Целью визита стал контроль качества изготовления колонн для промежуточных опор высокоскоростной трассы. До сих пор все задачи заводом решались должным образом, и вначале ничто не предвещало проблем. Габариты и расположение закладных деталей, их отметки, а также прочность бетона соответствуют проектным. Диаметры, шаг каркасов и арматурных стержней тоже в пределах допустимого. Но в ходе данного посещения были впервые выявлены проблемы. Во время проверки опалубки перемычек обнаружилось несоответствие длины элемента на 2 мм. При исследовании стоек каркаса также были выявлены отступления от проекта, неточности при изготовлении закладных деталей, нарушение требований заказчика при армировании ригелей и перемычек. Но самая большая проблема обнаружена в колоннах. Закладные детали смещены на 3-4 сантиметра от проектного положения. Обо всем этом начальник конструкторского бюро железобетонных изделий незамедлительно заявил представителям завода. Все замечания были приняты к исполнению, и в самое ближайшее время выявленные проблемы с качеством железобетонных конструкций для экотехнопарка Skyway, согласно заверениям сотрудников завода «Белэнергостройиндустрия», будут устранены. В любом случае, это будет проверено представителями конструкторского бюро железобетонных изделий закрытого акционерного общества «Струнные технологии». Добрый день. Вас приветствует начальник конструкторского бюро железобетонных изделий Макасевич Ярослав Валерьевич. Мы в данный момент осуществляем авторский надзор железобетонных изделий для промежуточных опор высокоскоростной трассы. Значит, передо мной стойки каркаса, значит, габариты длины и габариты сечения соответствуют проекту. Но были выявлены небольшие неточности при изготовлении закладных деталей и армировании непосредственно ригелей, перемычек. Об этих замечаниях было сказано заводу. Завод обязуется их исправить. В общем и целом диаметры соответствуют проектным значениям. Расположение закладных и их отметки также. Мы надеемся, что вы так же, как и мы, убеждены в том, что качество изготовления всех элементов экотехнопарка под надежным контролем. И в ближайшем репортаже мы расскажем вам о том, как они устанавливаются на месте строительства. Вообще, авторский надзор – это очень сложное дело. Это не просто измерение с рулеткой. И только профессионалы высочайшего уровня, такие, как работают в Skyway, способны справиться достойно с этим заданием. Подписывайтесь на наш канал YouTube, присоединяйтесь к нашему проекту, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsvdefisystems.com, и в вашей жизни все будет точно под таким же надежным контролем. Строй Skyway! Спасай планету!